Полковника никто не ждет. Так. Всем здрасте, давно не виделись. Чё? Где междурядье пожирнее? Не вижу. Так, точно не здесь. О, влево. О, получше. В левом ряду люди посерьезнее, которые знают, что им надо в этой жизни. Фига себе, да они сегодня со мной в гонки играют. Ой, сегодня в две стороны стоим, ну да. Пятница вечером, чё не постоять-то? Опять мотоциклист, но я даже не буду шутить по поводу того, чтобы с ним погоняться. Потому что, ну сами понимаете, это безнадежно. Безнадежно ему оторваться от меня, конечно. Только не говори, что тебе не нравятся КАМАЗы. Что мне тут разгон брать, как это, как спорткреветка? Нет, бдительность не должна быть усыплена. Едем потихонечку. Все, приехали. Не, а что? Двигатель внутреннего сгорания. Отличная вещь. Можешь целые 30 секунд ехать быстрее велосипедиста. А не боись! Чувак с музыкой вот еще очень как-то нервно отдернулся от меня в левую сторону. Вот. Он там пританцовывал с телочкой на заднем сиденье. Фу, на переднем сиденье. На пассажирском, на правом. Вот. Наверное, решил, что потерял бдительность и сейчас собьет велосипедиста. Бывает. Бывает.